Здравствуйте, друзья! С вами дядя Юра от имени по поручению нашей компании Дюшки, Шуньки, Варочки. Хочу вас поздравить со всеми прошедшими праздниками и извиниться за долгое отсутствие в Ютубе длинных роликов. Этому есть причина уважительная. Сейчас я поплачусь и поедем дальше. Дело в том, что все новогодние рождественские праздники мы провели в борьбе. Боролись с болезнью, боролись со снегом, боролись с морозом. Короче, не жизнь, а сплошная борьба. Но что нас не убивает, делает нас сильнее. Теперь мы сильные и готовы новый ролик сделать. О! И, как обычно, слова благодарности. Ребят, спасибо, что вы нас смотрите, топите в лайках, подписывайтесь, пишите комментарии, помогаете донатами. Спасибо, друзья. Это действительно нас мотивирует, и мы обещаем еще что-нибудь красивое снять. Ролик получился длинноватый, с интимными моментами у кота Шуни, который, наверное, так и не понял, что же все-таки происходило в эти рождественские праздники. Ладно, ребята, давайте посмотрим все-таки ролик и получим удовольствие. Вот так, ребятушки. Ой, у нас праздник проходит. Замерзли мы. Вот ребята приехали. Уже второй час никак не могут. Я приболел. Ну, сплошные, короче, заморочки. Ой, Дюшка, Шунька страдает. Покажите у вас пару салфеток. Можно, конечно. Можно? Да. Да, конечно. Люди. Ну, неси, чего ж без разрешения. Что такое, мне? Нет, это ж Шуньке. Не ешь, Дюш, неси сюда. Тащи еду. Ага. Давай, давай. Шуня, ты рад? Доставай теперь. Давай помогу. Доставай, доставай. Ну ты, зайка. Хрень, давай хоть полы перед Новым годом помоем. Дюш, Дюша, Дюш, вагон, Дюш, вагончики. Неси, неси, Дюш. Ну и швабру, Дюш, Дюша, швабру неси. Забегай. Ну заходи, Дюш. Шуня. Шунь. Ага.
Дюшка, проверь Шуньку. Где Шуня? Сходи. Стой, стой. Дюша. Я ему хотел на праздник оставить. Дюш! Ух ты! Слушай, сколько пользы от него! Все? Все сделал. Дюш, ну-ка иди сюда. Плюня, плюнь. Хватит баловаться. Неси лучше вот. Стой! Одеяло неси. Да. Ну, плюнь. Ты куда, Дюш? Куда он собрался-то? На улицу ушел. А зачем? Не знаю. За елочкой. Дела какие-то. Да. Он хочет какую-то пользу принести. Я вот уже вижу. Точно. Что это? Это банка. Тяжелые же. Железные. Дюша. Вытащи. Дырочку делаешь. Дюшечка. Все. Надо бы тебе целое ведро тащить. Все ты по одному таскаешь. Шуня. Шуня. Включена. Ты видишь, я тебе снова включил.
Шуня. Зайки. Да. Все. Дюш, ты Шуню попроси, он тебя отгрызет его. Где Шунь-то, Дюш? Эй, куда? Дюш, куда собрался? Извини, Шуня. Ты гад какой. Мог бы подальше отойти. Ну, заходи. Что ж с тобой делать-то? Весна покажет, кто где. Что? Можно посмотреть? Ну? Шуня? Ми?
Шуня. Шуня, ну давай, мне тоже не нравится погода эта. Заходи, Шуня. Ну, жалуйся. Шуня, жалуйся. Зайки. Все. Плюнь. Сходи, лопату принеси. Давай, давай. Ну, Дюш. Давай, давай. Да. Угу. Заходи. Молодец, сейчас. Дюш, ну дай мне Шуню-то снять спокойно. Дюша, сходи к Ларочке. Дюш. Шуня, он сок томатный с молоком охраняет. Ну, зайки. Шуня. Эх, вы зайки, зайки. Долго там консультацию проводила. Проверить ничего не успела. Вот, понимаешь, два дня ее и вся в этом самом, в тетрадках. Ну. А я вот Шуню, я Шуню снимаю. Сейчас я его еще увеличу, пусть народ смотрит. Пошли уж домой. Пошли, пошли. Холодно? Шунь, ну проходи, холодно. Что это?